На улице Папанинцев специалисты управления муниципального контроля выявили свалку строительного и бытового мусора. По факту нарушения возбуждено административное производство. Крупногабаритный мусор на придомовых территориях, к сожалению, нередкое явление. Местные власти сегодня призывают граждан проявлять уважение друг к другу и в полной мере выполнять санитарные требования и нормы. Однако некоторые жители продолжают выбрасывать строительный и крупногабаритный мусор прямо на тротуар. Деревянные ящики, доски с гвоздями и прочий крупный мусор перегородил проход по тротуару на улице Папанинцев. При проведении подобной масштабной уборки житель должен сам расстаться с ненужным хламом на всех законных основаниях. Для этого существуют специализированные организации, которые за отдельную плату выполнят все необходимые работы. Порядок и благоустройство прилегающих к земельному участку территории – обязанность застройщиков, собственников, арендаторов и жителей. В противном случае нарушитель правил благоустройства заплатит штраф.